Уж 10 лет прожил с тех пор. И много переменилось в жизни для меня. И сам покорный общему закону переменился я. Но там опять... Это было это... эпиграф. Очень хорошо. Заработал, да? Я это самое... Я не очень тонко разбираюсь, значит, вот в тех вот вещах. Я только могу отличить мозаику от графики, что на мозаику можно ставить горячие сковородки, а на графике можно разжигать костры. Ну, если понравится, если понравится, я вешаю что-нибудь на стенку. У меня, кстати, где-то и работы есть. Но они не на стенку. Они на стенку, там стенку жалко долго. Ну ладно, я не кладу. А Анечки повисят, наверное. Это самое. Ощущение, что и микрофон. Ну вот, я хотел не про картины сказать, хотя мне нравится, я бы, наверное, одним словом бы сказал, что густо. Вот, наверное, даже густо, как наполнена вся Феликса жизнь, сколько вот я его знаю, она такая густая и непредсказуемая. И я думаю, чем бы это можно было сравнить, какое бы образное сравнение? Ну, наверное, ртуть, которая вот выскочит, это она... Не знаешь, куда она, и она сама не знает, куда она через секунду поскочит. А что-то не так приятно, когда бабочка трепетная выскочит, и лучше бабочка трепетная. Бабочка? На руке у тебя. Бабочка это когда... Не совсем. Лучше дедочка. Это на следующий день после того, как. А так и тут. Ладно? Ну вот. И как, ну, еще я, наверное, отметил в Феликсе в хорошем смысле слова хулиган, такой творческий хулиган, ну и по жизни, наверное, в творчестве. Вот. И поскольку он любит поэзию, он как-то признался в этом. Я ему хотел немножечко сегодня одарить его как виновника сегодняшнего торжества, одарить несколькими поэтическими строчками. Они будут нести несколько такой хулиганский, иронический характер. Ну вот, поэт 20-30-х годов прошлого столетия авангардного течения Николай Олейников. Поэт не очень известный широкому кругу читателей, потому что он не очень издавался в свое время. А те редкие стихи, которые увидели свет, они печатались, издавались в детских изданиях. Николай Олейников. Таракан. Предваряет стихотворение, сам автор его предваряет эпиграфом строчкой из ни много ни мало романа Федора Михайловича «Бесы». Таракан попал в стакан. Ну вот, стихотворение. Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет. Он попался, он в капкане, и теперь он казни ждет. Он печальными глазами на диван бросает взгляд, где с ножами, с топорами вивисекторы сидят. У стола легком хлопочет, инструменты протирая, и под нос себе бормочет, мчится стройка удалая. Таракан к стеклу прижался и глядит, едва дыша. Он бы смерти не боялся, если б знал, что есть душа. Но наука доказала, что душа не существует, что печенки, кости, сало – вот что душу образуют, если ж только сочленение, а потом соединение. Против выводов науки невозможно устоять, таракан, сжимая руки, приготовился страдать. Вот палач к нему подходит, и, ощупав ему грудь, он меж ребрами находит то, что следует проткнуть. И, проткнувши, на бок валит таракана, как свинью, громко ржет и зубы скалит, уподобившись коню. И тогда к нему толпою вивисекторы спешат, то с ножами, то с пилою, таракана потрошат. 104 инструмента рвут на части пациента, от вечи, от ран помирает таракан. Все прошедшие, боль, невзгоды,
больше нету ничего, и подпочвенные воды вытекают из него. Там в углу большого шкафа семиброшенный один сын лепечет: «Папа, папа!» Бедный сын, но отец его не слышит, потому что он не дышит. И стоит над ним лохматый вивисектор удалой, безобразный, волосатый, со щипцами и пилой. Ты, подлец, носящий брюки, знай, что мертвый таракан — это мученик науки, а не просто таракан. Сторож грубой рукой из окна бросит, из окна его сметет, и во двор вниз головою наш голубчик упадет, его косточки сухие будет дождик поливать, его глазки голубые будет курица клевать. Вот. Я читаю, думаю, почему это, почему. Ну, тут прозвучало слово хулиганство, ирония, я вот попробовал. Ну, попробуй немножечко реабилитироваться другим стихотворением. Саша Черный, самый несерьезный писатель, пишущий о самых серьезных вещах. Любовь. На перевернутый ящик села худая, как спица, дыл.